Банковская тайна уходит в прошлое. 50 стран, включая США и членов ЕС, на форуме ОСР в Берлине подписали соглашение об автоматическом обмене данными о счетах иностранных клиентов. На новый уровень выходит глобальная борьба с уклонением от уплаты налогов, которая активизировалась после кризиса 2008-го. За 5 лет, считает ОСР, странам Большой Двадцатки удалось вывести из налоговой тени почти 40 миллиардов евро. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле: «Я уверен, что многие в будущем захотят присоединиться к системе обмена информацией. Давайте же все вместе займемся этим. Давайте сделаем совместный вклад в прозрачность и справедливость нашего глобализированного мира 21 века». В конечном итоге к соглашению присоединились даже такие знаменитые налоговые гавани, как Лихтенштейн, Бермуды, Каймановы острова, а также мировые финансовые центры Швейцарии и Сингапур. Большинство участников соглашения переходят на новые стандарты с 2017 года, но некоторые, включая Швейцарию, Бразилию, Канаду, Китай, Гонконг, Монако и Россию, выторговали себе отсрочку до 2018 года.